И о спорте. Турнир по вольной борьбе прошел накануне в Левашинском районе. Спортсмены боролись за главный трофей – Кубок Цудахара. О результатах соревнований расскажет Камиль Девятов. Настрой у юных борцов боевой. Желание победить выше любого волнения. Маленькие спортсмены на данном турнире показывают все свое мастерство. И, конечно, приобретают большой соревновательный опыт. Турнир по вольной борьбе, проводимый в селе Цудахар, собрал 100 ребят-вольников. Судахарцы очень поддержали сразу, как проявили инициативу. И судахарцы, видно, соскучились. Давно не было у нас соревнований таких. И сейчас мы хотим каждый год именно Кубок Судахара организовывать соревнования. И другие тоже, помимо этих, будем, иншаллах, организовывать. Участвуют все со всех поселковых советов. Все советы там. Карекадани, значит, Кучи, Кулебена, Чудахар и многие, в общем, другие ребята. Я думаю, что это даст старт. Мы думаем, что включим его в календарь республиканский на уровне, чтобы мы его ежегодно могли проводить и радовать наших ребятишек. Конечно, может, Чудахар сегодня не славится такими взрослыми или прочим, но юноши здесь прекрасные, которые они могут в любое время пополнить копилку сборной. Для сельских мальчишек вольная борьба – это не просто спорт. Борьба – одно из самых главных увлечений. Сейчас молодые спортсмены становятся на тот самый путь, который придет их большим победам. Кубок Цудахара проводится впервые. Гости турнира оценили организацию спортивного события на высоком уровне. Возможно, в ближайшем будущем соревновательный календарь пополнится еще одним борцовским турниром. Спонсорам, которые оказали спонсорскую помощь, организаторам большое спасибо. И чтобы почаще проводить вот такие мероприятия спортивные по вольной борьбе, чтобы заинтересовать нашу молодежь, детей, подрастающее поколение к этому виду спорта, чтобы занимались серьезно. Главное, основное воспитание сегодня в Дагестане проходит через спорт. И развивает детский спорт, начиная с этого периода, если мы будем оказывать внимание детям, поддерживать их, я думаю, что мы добьемся много больше. Чтобы дети могли какие-то турниры выигрывать. Поэтому давно готовились к этому. И вот сегодня вот завершился этот день. Приехали, вот сейчас соревнуются дети наши. Всех победителей и призеров республиканского турнира по вольной борьбе Кубок Цудахара ждали ценные призы, медали, а также кубки победителей. Камиль Девятов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Цудахар.